Поясню пару фактов. Идея данного видеоблога появилась тогда, когда накопилось очень много однообразных вопросов. В видеоблоге я буду рассказывать много элементарных вещей, связанных с музыкой. Конечно, элементарными они могут показаться тем, кто занимается музыкой уже давно. Например, что такое репетиционная база и с чем ее едят. Смотрим! Всем привет, меня зовут Илья, я бас-гитарист группы Rising Rush, и это ночная репетиция. И мы тут пытаемся отрепетировать что-то, например, песни Металлики, и может хватит уже стучать. Да. Мы здесь репетируем очень часто. Пентатоника — это Кирк Хаммет из Аквайл. А Павел продолжит мою мысль и расскажет нам о том, что такое шред. Павел? Шред — это когда... Шред. Это когда пальцами перебирает быстро. Сергей продолжит мою тему и расскажет, что такое даунстрок. Пару слов для тех, кто не знает, что такое репетиционная база. Вообще, это просто помещение, где группы платят деньги администратору и просто репетируют. Обычно репетиция длится 2 часа примерно. Сейчас мы сняли репетиционную базу на ночь. Из чего она состоит? Там обычно линия, то есть колонка для микрофонов, микшер, 2 комбика или 2 кабинета и басовый комбик. Барабанная установка, естественно. А сейчас посмотрим, как ребята репетируют. Сейчас мы с Жекой будем тестить Marshall. Конечно, мы уже это делали, но, видимо, будем еще раз делать. Сейчас поясню, что я буду снимать. Ребята сейчас будут записывать гитару, будут записывать песню Нирвана. Конечно, очень много волнуемся, когда записываемся, потому что нужно же на максимум выложиться и записать очень ровно и четко. Да, ты просто сыграй все, а потом те места, где косяки, мы перепишем. И все. Вот так примерно идет запись. Нет, это просто у него же активы, а у тебя пассивы. В принципе, на этом все. Пока-пока. Па-па-па-па-та-та-там.